Легенда гласит о загадочном существе, потерянном звене эволюции. Веками ему удавалось скрываться, но вдруг неожиданно он пошел на контакт и готов явить себя миру. Секунду. Простите, здравствуйте. Ты говоришь? Да. Знакомьтесь, наш общий предок. У нас у всех твоя фамилия. Ха! Не уловил. У него внушительное телосложение. Рост 2,40. Вес около 300 килограмм. Но не 300 все-таки, 280 может. Это растительность меня немного полнит. Такой небольшой, но обидный обман зрения. На другом конце света мои собратья. Отведете меня к ним, тоскую очень. Я знаю тайные тропы в горах. Жарко, ужас. Ладно, ладно, просто открой окно. О, блаженство! Научная экспедиция. Это открытие века. Осталось добыть доказательства. Станет приключением мифического масштаба. Даже знать не хочу, откуда у тебя это. Мы ограбили монахиню. Постой. Только не упоминайте курочек. Ну, конечно. Все понимаем. Про куриц ни слова. Досточтимая Гаму. Для нас это честь. А что за дела с курицей? Потерянное звено. Выбрось меня из ямы. Боюсь, вы слишком тяжелый. Глупости. Давай, поднатужься. Кто-то из нас не доработал. Надо повторить.